Это идея не о том, что вот какие-то там очередные правила, какие-то очередные, какой-то там, не знаю, религиозный взгляд на жизнь, вот вам нужно сделать вот это и вот это, для того, чтобы вы смогли приблизиться к Богу, там, не знаю, еще какие-то свои жизненные проблемы. Нет, как раз таки не в этом. Может быть, есть другие религии с похожим посланием, но идея христианства началась с того, что это новость. По сути, вот праздник Рождества скоро, да? Вот что, что такое Рождество? Это новость о том, что родился Спаситель. Или другой, не знаю, там самый главный праздник.